Приветствую церковь. Только буквально на днях я осознала то, что мы много лет в этой церкви, слава Богу, за это, но как-то нам не приходилось свидетельствовать о своей жизни, о нашей семье, о почему мы приняли это решение, почему именно это решение. Мы с Женей в браке 24 года, 20 лет назад мы пришли к Господу. И 17 лет назад, так сложились обстоятельства, я работала на христианском большом предприятии, и Господь благословил возможностью служить в Доме Малютки. У нас была подшефная группа, 11 человек, одна девочка, 10 прекрасных мальчиков. И когда ты живешь в своем мире, у тебя все хорошо, но ну, у тебя есть проблемы. Но когда ты попадаешь в другие проблемы и видишь более серьезные проблемы, ты начинаешь об этом молиться. И когда мы пришли в этот дом малютки и увидели этих деток, они были возраста от годика до двух, и когда мы увидели эти жуткие манежи, в которых отсаживали малышей, если они температурили, и они сами там сидели поодиноко и укачивали себя, потому что им надо было как-то себя успокаивать, то, о чем говорила Оксана. Да, у них была еда, они были чистые, одеты, но самый страшный факт, который я узнала и который меня больше всего возмутил, эти дети, по крайней мере, в том доме малютки, в котором были мы, с ранней осени по глубокую весну не гуляли на улице, потому что, к сожалению, не было возможности одеть 10-11 годовалых детей вывести не было людей, не было колясок. То есть эти дети летом находились в этих огромных манежах, которые выставляли на площадке, а все остальное время, когда не было тепло, они сидели в комнатах. То есть эти дети по поводу там педагогической отсталости, запущенности, они не могли в силу обстоятельств даже наблюдать за птичками, травками, небом, то, что происходит вокруг, они просто жили буквально в четырех стенах. И мы начали усердно молиться, Господь совершил чудо за год всех десятерых мальчиков, слава Богу забрали. Заведующая была в шоке, потому что такого процента устройства детей в их доме малютки за столь короткий срок не было. Осталась одна девочка, у нее было серьезное заболевание, гепатит С, который называют ласковой смертью, и как бы, довольно-таки серьезные основания, чтобы бояться. А всех десятерых мальчиков, независимо от их диагнозов, забрали. И после этого я поняла, что Бог может делать чудеса, и начала молиться. Сначала я сказала мужу о желании, но тогда у нас не было жилья, не было возможностей, не было вообще никаких реальных возможностей. И постепенно я молилась, я очень сильно хотела, я сомневалась, не жалость ли это, не мое человеческое желание, как мама у меня уже на тот момент была старшая дочь. И время от времени мы с мужем возвращались к этому вопросу. Я спрашивала, он говорил, я не готов. Ответственность брать на себя я боялась, потому что я понимала, что это один раз и на всю жизнь, этот ребенок в любом случае останется наш, и мы должны будем молитвенно, физически, всячески его поддерживать. И мы 10 лет молились, 10 лет, из этих 17. Я время от времени поднимала вопрос, муж говорил, я не готов. И, честно говоря, за это время Господь благословил, уже не начался бизнес свой, у нас был... Появился свой дом, у нас уже было трое деток, и как-то в нашу церковь сюда приехала миссия с автопробегом. Они ели, делали автопробег по всей Украине и призывали брать деток в семьи. Но мы на подобных служениях до этого бывали. Все слава Богу, молились. Мы даже взяли фотографии деток, повесили на холодильник, молились об этих детках. И через несколько дней после того, как прошло это служение, мой муж сказал: Если ты готова, я готов. У нас трое детей, я уже как бы молюсь, все, и я понимаю, что это мои отношения с Богом, мое доверие. Я просто сказала: Да, я тоже готова. И мы не признали, что это будет. Мы мечтали о прекрасном трехлетнем мальчике у нас была своя трехлетняя девочка, мы наивно пошли, написали заявление. Мне волновал только один вопрос: как понять, что этот ребенок наш, потому что детей много. Чтобы не было человеческой жалости, чтобы не было. И мы очень быстро оформили документы, мы сразу хотели его усыновить. Мальчика трех лет не оказалось. Нам начали предлагать других деток, но как-то вот не складывалось у нас с этими детками. Либо мы не доезжали, либо, либо детки болели. И буквально через 9 месяцев после того, как мы приняли решение, нам предлагают мальчика: мы едем это в области, ему не Три годика ему было чуть больше, шесть лет. И мы заходим в дом к этим, там, где он проживает, он проживал временно в семье. И видим фотографию детей нашей воскресной школы. То есть я не знаю, каким образом эта фотография с календариком попала в семью, в эту, там, где он жил. Но я поняла, что это знак. И уже не видя этого ребенка, мы поняли, что это наш ребенок. Слава богу, этот прекрасный человек с нами уже семь лет. Мы рады, что именно он. Потом через два года мы решили, что мы можем еще принять теперь девочку трех лет. Ну, мы, нам все хотелось вот маленьких, хорошеньких. И мы услышали призыв в церкви, муж услышал призыв в церкви, что есть девочка, очень хорошая девочка, которая нуждается в семье. Эта девочке была чуть побольше, чем 3,15 мы приняли решение брать девочку. Таким образом, у нас появилась вторая приемная дочь. Были сложности со всеми детками, не могу сказать, что их не было, то, о чем говорила сегодня Надя. Но я всегда думала о том, если бы мой ребенок совершал эти поступки, как бы я к этому относилась, поэтому меня это немножко останавливало. Были моменты, когда с колен буквально не вставали. Были моменты, когда хотелось, и, ну я не могу сказать, что это были сомнения, но просто просили силу Господа. И слава богу, в этом году у нас появилась еще одна малышка. Ей тоже не три года, ей шесть лет. И есть определенные сложности, без которых, наверное, не было бы так интересно. Но теперь уже это те сложности больше для всех остальных детей, потому что дети подросли. На данный момент у нас семеро деток, четверо рожденных биологически, трое рожденные сердцем. Да, я смотрю на семьи такие, как Надина, как Людина. Я понимаю, мы в силу служения очень часто сталкиваемся с такими семьями. Я преклоняюсь перед их, не знаю верой перед их смелостью. Но я вам скажу так. Если Бог ваш побуждает, молитесь. Если Бог дает какое-то откровение по поводу служения этим семьям, которые взяли деток, тоже молитесь. Если Господь зародил какое-то зернышко того, что вы можете что-то сделать для этих деток, которые находятся в интернатных государственных заведениях, тоже молитесь, потому что все нуждаются в ваших молитвах. Но если Господь ложит в сердце помочь реально чем-то, каким-то действием, я не знаю, каким, что вы слышали, что вы знаете об этих детях, что Господь вам, вы должны принять решение, для себя само, самому, принять решение для себя самого, и Господь благословит. Потому что относительно сил дает Господь. Причем, чтобы был один ребенок, что их, наверное, десять. Кто-то может поднять десятерых, кто-то может поднять одного. Иногда один стоит нескольких других по количеству. Но Господь нас никогда не оставлял. С каждым ребенком финансы к нам приходили, при том, что дети у нас допустим, там разные формы устройства семьи, на некоторых детей помощи материальной от государства нет. Но Господь все покрывает. Покрывает их нужды, покрывает наши нужды, покрывает репетиторов, какие-то развивалки, какие-то... То есть я не могу сказать, что мы, когда начали брать детей, у нас стало хуже. Нет или было так же, как было. Господь благословляет, благословляется избытком. Относительно служения, ну, мы немножко успеваем что-то еще где-то делать и помогать другим, потому что тоже Господь дает для этого мудрости. И у меня очень огромная просьба, молитесь, пожалуйста, за эти приемные семьи, семьи ДБСТ, потому что иногда бывает очень сложно, потому что иногда бывают такие ситуации, что ты себя чувствуешь физически э, как бы одиноким. Потому что не все в школах, в, в соседях понимают особенность этих деток. Они не хуже, не лучше, они просто другие. Особенно, когда они приходят в семью, первые два года они бывают несладкими. Но я прошу вас молиться и прошу о том, что если есть какое-то желание, говорите об этом Богу, открывайте сердце. И Господь все предусмотрит.